Дорогие черты Ильича, работа Жукова. А этот портрет вышит женщинами Вьетнама. Молодой Маяковской, писано с натуры. Пикассо, рисунок с автографом автора. Редкие снимки. Гагарин на месте приземления. Все это из коллекции Николая Алексеевича Никифорова из Тамбова. В ней более 12 тысяч различных экспонатов, собранных в путешествиях по многим странам. Еще книжка из олимпийского Гренобля, одна из самых крошечных на Земле. Уникальная Библия 18 века.